Полковник Васин приехал на фронт. О, привет! А, доброе утро! Где-то 2 недели был, слышишь? А, так курс омоложения проходил. Видишь, ты же заметил, когда чуть-чуть оздоровился. Омолодился. Алла поработала. А я вот газетку читаю, смотри. Завтра состоится спектакль, идешь? Москва-петушки, ё-моё! Класс вообще, прям. Это коктейли там составляют. Ну да, да. Круто, а я слышал... 5 человек из Полтавы, прикинь, Полтава, Кременчук. Говоришь, какое расстояние. 5 человек. Кто такие? Ну, друзья театра, я слышал. Ага, классно, классно. Слушай, так может и мы с тобой сходим? У меня 8 билетов есть. 8 билетов? Ничего. Давай толкнем. Сколько? 6. 2 нам, 6 толкнем. А за сколько? Да я думаю, вот люди есть. А, то есть просто разыграем. Там разберемся. Хорошо, давай. Да. Давай же узнаем, кто у нас сегодня победит и завтра пойдет. А потом выпьем. А ты пьешь? Давай я. Итак, первый человек, который пойдет завтра на спектакль «Москва, петушки», это... Это девушка, это Риценко Светлана Александровна. Поздравляю вас. Поздравляем. Очень. Конечно, замечательно. Так, теперь... Победа достается вам, второй человек. Светлана Александровна, ждем, приходите. Да, Светлана Александровна, первый, а второй человек. Вот он, счастливчик. 1, 2, 3. Это Хащина Елена Сергеевна. Вам очень повезло, Елена Сергеевна. Поздравляем, Елена. Планскова Алина Викторовна. Алена Викторовна, поздравляем. Так, давай, да. Так что твоя очередь. Моя очередь. Последний? Конечно, постарайся. Так, не смотрю. Нет, не хочу. Этот поезд в огне. Алина. Некуда больше бежать. Раз. 2, 3. Шапошник. Анна. Борисовна. Браво, Анна Борисовна. Сегодня у нас 4 девушки получают вот такие вот красивые, замечательные билеты на спектакль, который состоится завтра. 18:00, правильно? 18:00. 8 штук. 4 человека. Малый зал ГДК. Ждем вас. Приходите. Приятного просмотра. Всего хорошего. Нам некуда больше бежать.